Ну, наконец-то объявился. Ты мне мозги-то не пудри. Я про тебя и так все знаю. Нина Ивановна Зоткина, советская российская актриса театра и кино, снималась в фильмах «О чем не узнают трибуны», «Факт биографии», «Двое в пути», «Это мы не проходили», «Расписание на завтра», «Поздняя ягода», «Испытатели» и других. Работала над озвучиванием и дубляжом фильмов. Послушай, что я хочу тебе сказать. Я другого люблю. Ну и что? Мало ли что бывает в жизни. Ведь это ничего не значит. Конечно. Ничего не значит. Муж Алексей Панькин, актер. Скончалась актриса на 70-м году жизни. О причине смерти не сообщалось. Похоронена на Кузьминском кладбище Москвы, рядом с мужем. В общем так, Ольга, кончай киснуть и полный вперед.